không? Интересно, пишет, не пишет, конечно. Ну ладно. Всем привет, ребята. Вчера ролика не было, потому что я не мог запустить программу для записи. Пришлось скачивать другую. Из той же серии, ребят, так что обзор я сделаю на нее обязательно. У нас 6 дней до зимы осталось. Мне сейчас главное на рабочий стол случайно не влезть, потому что в этой программе нет такой возможности, как на старой программе, что она чисто пищит этот. Да, та программа была поудобнее, конечно. Ну и это, в принципе, неплохая. Даже лучше, чем та. Да. Из той же серии эта программа. А, я себе забыл. У нас его мало осталось. На сон один. Так что, ребята, возможно, будут ролики по Next'у. Очень веселые и качественные. Помимо стримов, ребята. Так что пишите в комментариях, ставьте лайки. И вчера должен был после стрима сняться ролик по золотой лихорадке, ребята. Ну, вчера, блин, я не мог запустить программу, которую я пишу. Программа еще называется Player Save, или как это так, короче, номер 5 у меня был. Сейчас такая же программа, но номер 7. Кстати, номер 7 лучше, чем номер 5, ребята, если что, я потом делаю обзорчик как раз за счет номер 7 на номер 5. И расскажу, чем они лучше. Чем одна лучше другой, ребята. В чем плюсик есть в одной, но минусики в другой. Надеюсь. А вот это, кстати, я не посмотрел, блин. Блин, ну ладно. Ну, минус, ребята, от пятой версии. Ой, минус у седьмой версии, что у нее нету, может быть, из-за того, что она у меня все-таки не куплена как бесплатно. Ну, скорее всего, это как игра одна.
Там тоже есть бесплатная версия, то есть она сама бесплатная в Стиме. А все дополнения к ней платные, так что здесь она также, я думаю. Вот. Да, ну что-то, конечно, сложновато работать. Ладно, ребята, готов. Увидимся с вами через несколько минуток. Ну и чё? Давайте проверим технику нашу. Надеюсь, скоро сломается, так что уж снимем. Тоже сейчас заменим, наверное, эти два ковша нафиг. Лента еще потянет. Так, дальше пока не запустили. Давайте проверим. Еще потянет. Потянет. 21 потянет, 23 сойдет, 27 тоже сойдет, хорошо. Здесь все, ну 20 нормально сойдет, так. 60, 37 пойдет.
40. Еще поработать, я так думаю. 29. Нормально. Давайте еще этот агрегат проверим. 27 пойдет. И где-то здесь, по-моему, блин, да. Или ладно, пусть пока работает, пока не сломается. Понадобится, что мы будем. Ну, сейчас на всякий случай давайте карту. Принесем одну хотя бы вещь. Так что, ребята, у нас уже 5 дней до зимы осталось. 5 дней до виртуальной зимы. Вот нам только кушек нужен один. На всякий случай принесем. Сейчас будем шмак. То, что с вас, ребята, лайк, подписочка, комментарий. А мы продолжаем. Сейчас лучше второй самосвал купить нам. Потому что выгрузили. Один пришли, два самосвала по 100%. Потом один наполовину выгрузили, хоп, потом выгрузили. Второй выгрузили. Проработали. Да, было прикольно бы с кем-то посетить, играть в эту игру, было бы вообще суперски. То есть один бы следил бы вот за этим, то есть там выключал бы конвейер, бы, к примеру, чтобы этот успел просеивать. Второй бы ездил бы под фронтальный или под самосвал, третий бы на самосвале работал, потом бы дружной командой промывали бы золото. Я считаю, это было бы очень РПшно, очень круто. Давайте. Там осталось 20%, так что в принципе все. А, опускать пока не буду. Так, давайте конвейерную ленту пока на время остановим. То есть это все остановим пока. Временно. Так, я думаю, можно запустить снова. Всевышний раход на эту кнопку. Сейчас там уже немножко пустые пойдут скоро. Ну все, можно выключить конвейер.
Да. Ну, чё, пацаны, продолжаем мыть золотишко, золотишко. Что 30%. Я забыл, ребята, этот косяк мой. Ладно. Я запомнил, что на бал поставить. Ну ладно, одно ведро минусом, значит, получится. Ты так забыл-то, а? Ну, по всему здесь магнитита очень мало и очень мало золота. У меня сейчас будет четвертое ядро было бы уже. Да, места пропали те, где мы по... Да еще и дробь мимо высыпала. Мало магнитита, мало золота, что-то у нас сейчас вообще все мало.
Ножки на 3 самосвала, извини, 2, наверное. Мало, всего лишь 13 унций получили. Ну, минус дрожжу, которую мы случайно высыпали. Ладно. Ну, поехали, съездим в горы тогда. Самой машины, а. Сколько у нас стоит? Сейчас у нас слитки, если что делать. Ничего себе, 13 тысяч. Так, у нас 20... А, 62 тысячи всего лишь. Так, ладно. И нам бы, конечно, золото намыть бы. Поехали пока тогда в город. Немножко магнетита высыпем, да просмотрим, сколько нам выдадут за продажу, да? Ладно, ребята, там уже увидимся, да, давайте. Сейчас, короче, ребята, ремонтировать технику будем. А, у нас там таков что. Вот эта парковка мастерская. У нас там был Renault. Угу, вот, наверное, вот этот. Да, он уже совсем плохо себя чувствует. Так, еще где-то был. Два, это второй, а вот он. Тоже уже 8. Суточка, хорошо. Ладно, сейчас еще туда к грузовику. Самосвалу съедем. И надо тоже всему продадим. Раз я вручную выжимали это золото. У нас совсем чуть-чуть по кредиту осталось. Совсем капелька, ребята. Я думаю, мы его в скором времени выплатим.
На ноги поршень поставим. Да, новенький 100%. А там уже чуть-чуть поменьше процентов, так что... Вот у нас... Ну, 14%, в принципе, еще можно было бы послужить ему. Но где 14, там 8. Ой, где 14, там и пусто. Так, два ковша снять я должен был. А, где-то я второй, подождите, оставил здесь. Мы же его сняли. Тупо кинули. Вот он же. Что нам даст? 47 баксов, один ковш. Неплохо. Поршень. Четыреста баксов. Как раз нам нужно ряд пишите в комментариях. До какого состояния будем технику вынашивать? До нуля или до скольких-то процентов? Ну что, 500 баксов у нас уже есть, это хорошо. Ну, 1000 уже есть, там, по-моему... Ты сейчас с хвостиком, что ли? Сейчас до палатки доедем, да посмотрим. На болтусу тоже продать вместе с ними. Это ручка от магнитического ящика. У нас бакс еще плюсом. Поехали. Еще ковш поставлю. Сейчас точно еще один ковш. Конечно, будет потом. Еще один самосвал купить нам надо, ребята, более. И все-таки эту вещь я тоже продам нафиг. Ой. А нет, поставил, хорошо. Ну все. Давайте еще на всякий случай проверим, как вот эти аппараты, может быть, тут тоже чем-то поменяем. 55, 21, ладно, все остановка нормальная. Ладно, ребята, давайте-ка посмотрим, давайте я тоже продадим. Я им все равно не пользуюсь, так что... Вручную как-то интереснее, ребята. Но если что, его потом купим. От него толку мало, я думал, собродки будут нам попадаться. Это то же самое, что мы вручную моем. Сейчас, одну секунду. О, как раз 15 тысяч. И у нас как раз... нормально как раз, да. Давайте его продадим.
Вон, сколько развелось, ты считал, вообще шикарно, ребята. Ну все, нам не нужен ряд, а. Вручную как-то поинтереснее мыть. Так что да. Раз 12 тысяч у нас есть, уже это хорошо. Надо, значит, надо унцы две намыть. Ну, это уже в следующий раз буду делать. Так что удачи всем. До новых встреч. Заходите на стримы почаще. Так, склад у нас так. Слитков у нас нету. 1000 спишут. И 37 где-то осталось. Значит, наша задача сейчас намыть золото побольше. Сделать слиток. Вылить его. И как раз карьер погасится. Точнее, сделать 2 слитка. То есть надо намыть очень много золота. Я думаю, скоро карьер погасит. Так что, ребята, пишите сейчас в комментах. Ставьте вот большие пальцы, ну, вот как говорится, такие лайки. Всем удачи, спасибо за просмотр, за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу поддержку, ребята. Я машину здесь пока оставлю. Ну, а я буду продолжать намывать золото. Большую часть за кадром буду делать, ребята. Так что давайте, всем удачи, всем пока.